Прокуратура Оренбургского района на основании поручения прокуратуры Оренбургской области проводится проверка по информации средств массовой информации о наличии в селе 9 января Оренбургского района крематория домашних безнадзорных животных. Прокуратура района совместно со специалистами управления ветеринарии, специалистами Роспотребнадзора был осуществлен выезд на место. Указанное в средствах массовой информации действительно на месте было установлено, что имеется объект по уничтожению безнадзорных домашних животных. Предварительные результаты проверки, предварительный осмотр показал, что действительно имеются нарушения требований федерального законодательства при отлове и уничтожении безнадзорных домашних животных. Окончательное решение будет принято уже после анализа всех имеющихся материалов дела.